Извини, в следующий раз я тоже принесу тебе цветы. Хотя я даже не знаю, куда их поставить. Кажется, единственное оставшееся место – это ведерко для блевания. Цветы там, куда ты блюешь. Твоя шапочка мне нравится. Хорошенькая. Слушай, я никогда не была красавицей. И никогда не думала об этом. Это было для меня неважным. Но я думала, я буду легче относиться к этому. А получается так тяжело. Все приходят ко мне, видят это. И я вижу, как им противно. Ты что? Ты вовсе не... Ты нормально выглядишь. Я уродка, Грег, уродка. Все думают, что надо соврать мне. И никто не понимает, как это больно. Все думают, что они помогают мне. Держи. Этот называется «Рассыпун» по фильму «Курасава Рассёмон». По сюжету Эрл убивает людей из-за того, что у него сыпь из-за болезни, передающейся половым путем. А теперь мы собираемся работать над трибьютом фильма «Апокалипсис сегодня». Наша версия называется «Апокалипистки сегодня». Кажется, еще хуже, чем «Рассыпун». Это кино про войну, где двое героев оказываются втянутыми в безмолвный ужас войны, и они находят коробку с тюльпанами. И они удивляются, какие красивые у них лепестки. Самое печальное, что нам, кажется, не хватит бюджета на настоящие тюльпаны. Знаешь, я останусь здесь и не позволю тебе это смотреть. Нет, все нормально. Иди снимать дальше. Ладно. Ладно. Приятного тебе просмотра этого удивительного неприятного фильма. А вам с удовольствием снять следующий фильм.